вторая книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Великая тайна – тайна веры. С верой возможно все. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. От Марка 9:23. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы». Псалтырь 81:6. У Льва Толстого есть такая притча. «Разошлась молва по стране о чудесах, которые могут творить старцы-отшельники. По воде ходить, разные чудеса творить, что едут к ним паломники со всех городов и весей. И решил сам архиерей увидеть это своими глазами и пообщаться с ними». Сел на корабль и прибыл к острову, на котором жили старцы. Предстали перед ним три старца, бороды белоснежные, длинные, глаза лучезарные, чистые, такие, что все потаенные мысли могут прочитать, до глубины души достать. Архиерей спрашивает их: «Поделитесь-ка, любезные, своими тайнами». «Ну что тебе сказать, батюшка?» Молчат старцы, улыбаются, друг на дружку поглядывают. «Хочешь, молитву споем?» И запели хором. «Трое вас, трое нас, помилуй нас». «Что за молитва такая?» – удивился архиерей. «К Святой Троице обращаемся с верой». «Да не так вы молитесь», – и стал учить старцев, какие молитвы нужно читать, чтобы Господь их услышал, и рассказывать об истинной вере, после чего с легким сердцем отправился в обратный путь. Плывет, а сам думает: «Вот тебе и молва, чего люди только не придумают. Хорошо, что я решил посетить их», а сам радуется, что рассказал старцам об истинной вере и научил их молиться. Вдруг видит вдалеке что-то виднеется и приближается к кораблю. То ли чудится, то ли нет. Бегут следом за кораблем по воде старцы и кричат: «Батюшка, прости, запамятовали. Пока твердили, помнили твое учение. Как перестали повторять, забыли. В голове только наша молитва. Повтори для нас слова еще раз». «Да Господь с вами, видно, и ваша молитва, и вера Богу угодна, коль по воде ходите, яко посоху». «Спасибо, батюшка, и правда, мы уже и так привыкли, и получается же у нас все». Повернулись и пошли назад по морю, и до утра было видно сияние с той стороны, куда ушли старцы.